рада вас видеть. Мне столько нужно вам объяснить, но времени нет. Артефакт — это ключ от ада. Почти как тот, который создал Бетругер, когда запустил телепорт в Дельте. Но этот артефакт, пока он в нашем измерении, всегда останется риск того, что он спровоцирует очередное вторжение. Древние это знали, теперь знаем и мы. Уничтожить его можно только в средоточии зла. Древние не смогли, поэтому они замуровали его, и все погибли. Вернуть артефакт в ад можно только через телепорт в комплексе Дельта. Знаю, что это похоже на сумасшествие, но другого пути нет. Сейчас самое главное — включить телепорт Фобос. Для этого надо отключить 4 основных системы комплекса и перебросить энергию на телепорт. Возьмите. Это пропуск на насосную станцию. А теперь идите. Техник-ремонтник Сет Киллиан. Я ищу хоть кого-нибудь, кто выжил. Нет. Не знаю, что нужно этим тварям. Они всех убивают. Надо выбираться отсюда. Попробую пройти по ремонтным туннелям в Марс-Сити, вызвать спасателей и... Если вы это найдете... Нет!
насосная станция выключается. Датчики показывают, что насосная станция отключена. Хорошо. Теперь отключите резервное питание научного комплекса.